Ведь эти края славятся ими, так? Жрецы стараются, но их методы устарели. Гиппократ исследует новые способы. Я найду его. Но если ты пойдешь к нему, можно небольшое поручение? Смотря какое. Отнеси ему кое-какие вещи. Он торопился и забыл их взять. Что еще за вещи? В основном инструменты. Ножи, кишки, чтобы зашивать раны, бинты, и клизма, чтобы прочищать желудок. Вот ее заверни потщательнее. Я отнесу все это Гиппократу. Правда? Я все ему отнесу, обещаю. Спасибо тебе. А как я узнаю Гиппократа? Иди по дороге на юго-восток от дозора Геры к пещере Пана. Он наверняка где-то там. К нему стоит очередь больных. А еще он лысеет, но ему об этом не говори. Столько больных, и один человек им поможет? Но, Фобос, давай. Итак, что вызвало это состояние? Может, избыток флегмы? В данный момент да, но настоящая причина в бездействии. Вот как? Еда, теплая одежда помогли бы ему. Но знатоки решили, что его состояние — это кара богов, и потому бездействовали. Вызов устоем. Ты, видимо, Гиппократ? Да, и я очень занят. Я постараюсь побыстрее и не буду отвлекать тебя от пациентов и учеников. Наблюдения, опыт и эксперименты равно важны для лечения. Я учу этому людей. Я из твоей клиники в Аргосе. Сострат просил передать тебе это. Я так и знал, что забыл что-то. Сострат хороший врач и как помощник неоценим. Ты попросила его заплатить за работу? Нет, я знала, что это поможет людям. Другой награды не нужно. Достойный ответ. Так как тебя зовут? Кассандра из Спарты. Рад встрече, Кассандра. Что тебе нужно? Гиппократ, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти ее. Здесь бывает много матерей. Они приходят, чтобы Гиппократ помог их детям. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ, я проделала такой путь. Этот пациент тоже, и та, что до него, и тот, что перед ней.
Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Верни их, и тогда я помогу тебе в поисках. Быстрее, у пациента мало времени. Где искать твои записи? В Тиринфе. Это близко. Может, тебя они послушают. Или пусть готовятся к новому бою. Со мной. Не мне указывать Мистии, как работать, но прошу, ради меня, не убивай без нужды. Пролито уже достаточно крови. Могла Хрисис взять записи? А, ты встретила жрицу. Нет, не она, местный командир. Но его можно понять. Воины страдают от истощения сил. Она приходила много лет назад с раненым ребенком. Ты уверен, что она пошла бы в святилище Асклепия? Тогда я был молод. Если случай был слишком сложен, я отправлял пациента в святилище. И у жрецов хранятся все записи? Да, их гравируют в камне. Старший жрец может помнить. Почему тебе так важны эти записи? Это заметки о болезнях разума, в том числе о так называемой священной болезни. Она у этого пациента. Потеря контроля над конечностями и горлом. Ртом идет пена. Боюсь, он перестанет дышать. Если верить Сострату, ты не любишь, когда говорят о твоих... Ну, это... О чем? О волосах. Или их отсутствий. Да, да. Легко тебе шутить. Сама-то ты как ожившая скульптура Фидия. Я сделаю все, что могу. Удачи. Мы верим в тебя.